Всем привет, с вами Лилия Донскова, и это мое самое рисковое видео на свете. Я показываю сейчас с этой стороны, как я выгляжу, естественно, в жизни без макияжа, то есть здесь нет вообще ничего, даже прически, то есть просто такая, какая есть. А с правой стороны я нанесла макияж, то есть да, здесь все у меня уже подготовлено, я могу спокойно выходить на улицу. Давайте сравним, что получается в результате. Итак, вы видите сейчас, что с макияжем я одна, без макияжа я другая. Я всегда за то, чтобы использовать косметику. Можно использовать ее по минимуму, не обязательно накладывать на себя тонны косметики. Вот в этом макияже я использовала тональную основу, румяна Giordani Gold в шариках. Я подвела стрелочкой верхние реснички. Два оттенка теней всего используется, светлый и чуть темный на внешний уголочек глаза. Внизу я подвела карандашом, растушевала кисточкой и два раза покрыла реснички тушью 5 в 1. Ну и, конечно же, губы, да, легкий макияж губ тоже всегда помогает. Итак, что я хочу сказать, если вы считаете, что макияж вам нужен, но вы не знаете, как использовать, какие оттенки вам подойдут или что там взять для себя на вооружение, вы можете мне написать в комментариях вопросы, а мы с вами свяжемся, можно использовать скайп для разговора. Я вам помогу подобрать средства, чтобы подчеркнуть вашу природную красоту. Жду от вас заявок.